Мир не видел подобного соперничества. Более полувека они ненавидели друг друга, а мы любили их за это. Они снялись вместе только в одном фильме. Что случилось с Бэби Джейн? Я приведу идеальную партнершу. Кого ты имеешь в виду? Бетти, обещаю, это будет величайший ужастик всех времен. Почему эта картина? Мы считаем, что Кроуфорд и Дэвис, возможно, немного староваты. Давайте возьмем кого-то помоложе. Хочешь, чтобы я снова работал с ней? Ты сошел с ума? Никогда! Ни в коем случае! Можете прокомментировать замечание, мисс Кроуфорд, что по внешности вы годитесь ей в матери? Ты не должен разнимать их, наоборот. Подплечники убери, прошу прощения. И губы не крась, ты играешь затворницу, которая 20 лет не видела солнца, я тебя умоляю. У меня есть кое-что, но ты узнала это не от меня. Сплетни, моя специальность. Ты пытаешься меня закопать. Я пытаюсь тебе помочь. Я не хочу комическую роль. Я буду выглядеть нелепо. Конечно, нет. Чистая, неприкрытая злоба. Обожаю, хочу еще. Вражда — это не ненависть. Вражда — это боль. И мотор. Боже, я едва коснулась ее. Успел снять. Вражда. В Амедиатеке и на телеканале Амедиа Премиум.